Анонс и дата выхода нового комедийного сериала «Папик». Премьера сериала «Папик» стартует на телеканале 1+1 2 декабря. В день будет выходить по 2 серии. В новом сериале мы увидим, как глядя на пожилого старика и не узнаешь известного актера кино. За ним гонялись сексапильные красавицы, а СМИ рады были взять у него интервью. Но теперь он на пенсии и никому не нужен. И это убивает героя. Депрессия становится все агрессивней, и однажды он думает уйти из жизни. Но перед этим мужчина решает сделать себе некий гламурный прикид. Посмотрев в зеркало, бородачу приходит мысль в голову, а что если перед своей смертью хорошо повеселиться? Старик отправляется во все тяжкие грехи, транжиря свои накопленные сбережения с большим размахом. В клубе он натыкается на красавицу, чье занятие выискивать одиноких и старых богачей. Позже влюбить их в себя и прикарманит наследство. Девушка принимает нашего героя за очередного для себя папика, считая его олигархом. После модного барбершопа он внешне именно так и выглядит, но он по-прежнему такой же неудачник, как и прежде. И эта девушка глубоко заблуждается, когда надеется, что именно этот человек осуществит все ее мечты. Напомним, премьера нового сериала «Папик» стартует 2 декабря на телеканале 1+1. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.